Привет всем, вы на канале Panda Play, меня зовут Дмитрий, и мы снова продолжаем играть в интернет-кафе-симулятор. Я так предполагаю, что это вторая серия за сегодняшний день, потому что, ну, блядь, вроде как по плану именно так. Жмякайся на первый этажок, и поехали. Ну, я же нажал уже на первый этаж, что нужно еще-то? Скажите мне, пожалуйста, я же нажал уже. Мне кажется, что у меня с вебкой что-то не так. Не то, что с вебкой, ты же знаешь, что у меня не вебка, ни хрена, а телефон в качестве вебки. И что-то мне как-то очень, мне кажется, что очень-очень много кадров там. Как-то очень более мягкое изображение идет. Я вот смотрю на себя, и как-то прям у меня очень рот быстро двигается. Хотя хер его знает. Ладно. Товарищ полицейский. О! Нищий опять за заданием. Привет, друг, слышал, что постоянно отключается электричество. Эти ублюдки намеренно закрыли электричество, чтобы брать взятки. Если вы дадите мне $200, я подкуплю этих панков, и они больше не отключат электричество. Огонь! Электричество, если не будут отключать больше, то будет вообще отлично. Сколько у меня денег сейчас? Сейчас $173. Нужно открывать кафешку, время почти 10 часов. И я думаю, что мы с тобой сегодня, знаешь, что сделаем? Мы с тобой сегодня должны замутить... В Замазоре должны с тобой замутить новый стул, и еще мы должны с тобой купить что-то такое сверхъестественное, чего такого еще не было ни у кого. Знаешь, что такое здесь? А, смотри-ка, штраф. Обидно, что штраф пришел, но ничего страшного в этом нет. Мы с тобой должны что-то сделать. Что сделать, пока неизвестно. Пока неизвестно, что нужно сделать. Можно купить второй стол и второй компьютер поставить рядом. Более такой продвинутый, что ли, более такой четкий, но пока еще неизвестно. Сколько стол надо присмотреть, сколько стоит стол? Давай посмотрим, сколько стол пока стоит. Пока никто ко мне не ходит. Замазор. Дески. Дески, колотить. Ты смотри, сколько денег нужно отдать. Смотри, сколько нужно денег отдать, чтобы просто-напросто купить стол. Это же ужас. Ужас, просто кошмар. Металлический компьютерный стол, 448. Короче, нужно отдать около 5 хата. 5 хат нужен 100%. Да, а то и больше. 5 хат и больше. Ладно, хрен с ним. 5 хат и больше, ладно. Будем на этот... объем рассчитывать. Ну, осталось накопить всего ничего, поэтому как бы можно, наверное, за это время накопить. Можно за это время накопить, за сегодняшний день, по крайней мере, точно, сколько времени у нас сейчас с тобой. Еще есть... У нас с тобой примерно сколько? Примерно... Минут 30. Что такое? Такое ощущение, как вот мне дали по голове только что рядом. Рядом прям такой удар был. Ну ничего страшного. Вроде не ударили, и хорошо. И ударили не в игре, а в реальной жизни. Потому что я не просто так снимал наушник. Так, что у нас здесь с тобой? Кондиционер работает? Панки подкуплены? Электричество больше мне никто не отключит. Так, под аркадной машиной нужно постоянно мыть. Потому что там постоянно какой-то срачильник. Так, освежитель. Мужчина. Вы самый здесь грязный. Поэтому я вас помою. Так, и, наверное, что нужно? Посмотреть, сколько градусов. 25, тепло. Тепло. А, ну на автомате же стоит. Правильно, тепло. Коробка для подсказок стоит пустая. Почему-то мне никто деньги не дает. Это обидно, это жалко. Досадно, но ничего страшного. Так, сколько у меня убито осталось здоровья-то? Маловато, мне кажется. Она же ломается, да? Она ломается, это точно я знаю, потому что та пропала. Пялец сидит, как-то что понимает. На новую пекарню мне нужно... Сколько? На новую пекарню мне нужно... Много денег, очень много денег. Потому что стоит это все ого-го сколько. Ты смотри. Мне нужен косарь прям на пекарню. 1500 на... Стол.
Так, мне деньги предлагают, да? Спасибо. Ты смотри. Все, до свидания. Уложил. А может, у него деньги есть? Слушай, нет денег. Как жаль. Так вот. 500 на пекарню. Точнее, 1000 на пекарню, 500 на стол. Потом. Табуретка еще. Ну, 400 хотя бы. Получается сколько? 1900, ну почти 2000. Клавиатура обязательно вот такая вот должна быть. Не, не такая, давай хотя бы вот такую. 2700. И мышь с монитором остается. 2700. 2700. Вот это вот. 3000 где-то получается там. 3 с небольшим. И... Блин, офигеть. И получается вообще очень много. Короче, 4 там с лишним тысячи нужно. Это что-то дороговато. Никогда бы не подумал, что так дорого стоит содержать. Это чудо-заведение. Но ничего с этим не поделаешь. 4000 долларов. Наверное, все-таки будет более прибыльно сначала автоматов игровых наставить. Можно на эти деньги 4 игровых автомата залепить. И не такие, какие сейчас стоят, а вот нормальные. Да? Можно же ведь? Давай глянем. Подожди-ка. Куда ты? И убегает самое главное, как будто бы... Как будто так и положено. 25 долларов зажало. 25 долларов ради 25 долларов стоило получать по хребту битой. Это, конечно, вообще неразумные люди. Лечиться дороже выйдет. Ну и хрен бы с ними, с этими людьми, они не особо умные, и поэтому ничего страшного. Так, смотрим с тобой, сколько стоит, что, игровой автомат, аркадные машины. Поставить нужно, вот у меня сейчас стоит Defender аркад машин. Опачки, а я не купил огнетушитель. Надеюсь, мне хватит и этого. Хватило. Кончился. Воды для распыления. Ты водой, что ли, тушишь? Он должен быть порошковый по всем пожарным безопасностям. Женщина, заходи ко мне. Не хочешь, не надо. Нужно пойти купить огнетушитель. Без огнетушителя сейчас вообще беда. Кошек, собак, блядь, немерено бегает. Как будто здесь какой-то, не знаю, этот... азиатский городок, где они их едят. Разводят, как этих, не знаю, как коров, и питаются ими. Так, глядим. Что здесь у нас с тобой? Ну, я разворачиваю. Одобрить. И посмотрим, что у нас здесь по... С тобой по аркадным машинам этим. За косарь, короче, можно купить, в принципе, не... Сносную аппаратуру. У меня сейчас трехзвездочная. В принципе, нужно поставить... Четырехзвездочных. Вот таких вот, по 1200. А пятизвездочные 1400. Давай, короче, накопим на одну хотя бы. Какую-нибудь за 1400. Вот такую вот кибермашину 66. Кибермашина 66. Пятизвездочную. И будет все отлично. Надеюсь. Просто вообще по факту. Ну, работает это немножко иначе. Вот куда ты пошла? Вот куда ты пошла? Вот смотри, вот что это такое? Вот, просто они берут и уходят, и как будто бы так и надо. Блять, людей вагон просто. Людей вагон. Она специально идет так медленно, чтобы... Щип встал в человека. Слушай, а давай-ка ты пойдешь. Все, блять, всех уложил. Блять, полицейский. Полицейский, кто-нибудь, помогите мне, пожалуйста. А ничего, что прям в моем кафе меня избили? Это нормально вообще, нет? Мне кажется, что нет. Все, напиздюлял. Да хватит,
Вставай, ой, вставай. До свидания. А чего у меня вот здесь вот денежка засветилась? Гаражная дверь, коробка для подсказок. Почему у меня все здесь пусто? У меня деньги кто-то смандошил, что ли? Серьезно? А в каких количествах вообще? Все, что ли, своровали? Женщина, все здесь пахнет цветочками. Не нужно мне здесь врать. Я, короче, разочаровался в обществе. У меня воруют деньги. У меня воруют время. Кстати, отзывы надо почитать. Погоди-ка. Отзывы надо почитать, что тут пишут. Мерзкое место, мерзкое место. Да пошли вы. Просто вот вообще противные люди. Им убираешь, чистишь, освежителем брызгаешь, думаешь, как понравится. Они тебе говорят, что ты сам мерзкий, место твое мерзкое. Вообще, ну ты, блядь, лучше промолчи. Ой, нормально здесь вообще по температуре? Тепло? Тепло, смотри-ка, тепло. Кошка сдохла, хвост облез. Угу. Досадно, короче. Бабень у меня унесла деньги, прибыль мою. Пойду забитый за новый схожу, потому что ну, это не дело вообще. Я, короче, вообще расстроен. Я расстроен тем, что у меня воруют на ровном месте. Понимаешь? Тихо, что там? Компьютер новый. 696 FAT компьютерный этот корпус. 696. Может быть его купить? Сколько он стоит на Замазоре? Давай глянем. 696 на Замазоре он стоит. Да, его можно купить. Он дешевле. Спасибо, женщина, что ты такая сознательная. Он дешевле почти на $200. А он трехзвездочный, в принципе. И... Ну, блин, нормально. А тому чуваку можно продавать вещи. Это круто. Стой, давай, короче, купим у него за 696 компьютер. А вот этот продадим ему, да? Правильно я говорю? Правильно. Блин, или не стоит. Нужно новый покупать-то. Ну, типа, новый в плане рядом ставить. Этот продавать не вариант. Да и мы с тобой сошлись на мнении, что лучше все-таки покупать аркадные машины, вот эти игровые автоматы и, ну, чтобы как-то, не знаю... Добавлять прибыль-то, а не убирать. И не убавлять ее. Это пусто. Выросла капуста. Погоди, куда ты падаешь-то? У меня здесь мусорка, вот тут вот. Угу. Никто ко мне не ходит. Ой, здрасте. А у вас вообще нормально такое поведение, нет? Я чего скукожил так? Вы вообще в это внутрь сжало. Жалко, пацана. Хороший был. Так, чисто, что-то как-то не особо чисто. Грязновато, я бы сказал, не чисто. Так, где здесь грязь? Скорее всего, под аркадной машиной, ну, потому что не может быть где-то здесь. А, вот она. А не видно, понимаешь, не видно. Надо полы еще покрасить. Да, кстати, на вот это вот дизайн. На дизайн нужно деньги тратить еще. Какая-то странная автоматическая дверь, на самом деле. Что-то она все время открыта у меня. Топлю, так сказать... окружающую среду. Среду. Чё у нас с тобой по красивым этим? Я писал на штаны, было бы здорово, если бы там был туалет. Что твоя проблема, что ты в штаны нассала, ну? Так, мы изменяем MyCafe. MyCafe на весь экран и смотрим, что здесь, обновить. Раскраска, краска для потолка. За $200, дороллы. Краска для потолка. Так, краска для потолка, краска для потолка. Стены, этажи. Пол. Так, вот для пола за $200 можно купить вот такую вот краску. Стены. Можно по-человечески покрасить. Что такое? Да что такое-то? А, и в принципе... В принципе, что здесь? А что здесь? А здесь ничего нету. Больше. Покрасить $200 стоит. Так, от меня кто-то убежал, нет? Да нет, вроде ко мне больше никто не приходит, как будто бы у меня закрыто. А у меня все открыто.
Не хочу сейчас глупо тратить деньги на то, чтобы покрасить стены. Я, конечно, понимаю, что дизайн — это здорово, но... Но, блин... Я ж потрачу деньги и не куплю себе новую прибыль. То есть, если я куплю себе стены, это не значит, что я больше денег начну получать. Это значит, что я просто-напросто... Все, покрашу стены. А если я поставлю сюда аркадную машину новую, вот это будет здорово. У меня будет еще дополнительный доход. Давай-давай, заходи, дружок. Че плачешь? Все хорошо же. Вот, видишь, 35 бачей прилетело. Как здрасте. Так, нормально все у тебя? Куда крадешься? Поприседали на нем, унизили, так сказать, противника. Так, опа. До свидания. Я таких не приветствую здесь. Это чистой воды террорист. Он не должен был сюда прийти. А вот телепузик это круто. Давай вот так вот ее заскриню, как будто бы она будет вот здесь вот на превьюшке у меня. Возможно, будет на превьюшке, а возможно, не будет на превьюшке, потому что я знаю себя, я забуду, блядь, что хотел поставить на превьюшку, и по итогу там будет опять я. Буду опять я. И какая-нибудь, не знаю, картиночка. Что у меня есть в инвентаре? Рука, нога, а рюкзак, ага, 131 предпринимательская душа. Чего? Благодаря вашему улыбающемуся лицу у вас будут клиенты, которые оставят больше положительных отзывов. О, а за что у меня дают эти очечки-то? Не пишут? Физически это типа я драться смогу. На кое мне драться, если я могу вкачивать вот это? Вот это вкачаю. А на вот это у меня денег не хватает. Вот это вкачаю. И вот это вкачаю. А за что мне это дают навыки-то? Я что-то не особо понял, за что мне предпринимательские души какие-то дают. Может быть, за то, что я обслуживаю клиентов. Типа вот, сейчас сколько у меня? 12. 12, ну и хрен бы с ним, 12. Запомню, 12, что мы сделаем до следующего увеличения. Ничего. Так, уборка не влияет. Может быть, покупка новых предметов, еще что-то? Да вполне возможно. Да тут что хочешь может влиять на предпринимательскую мою эту... очечу. Чистенько? Нет, что-то еще грязное осталось. Где-то здесь грязно. О, вот оно. Да, вот теперь чисто. Вот теперь чисто, но, по-моему, тоже не до конца. Так, надо побрызгать освежителем, потому что здесь наверняка воняет уже. Оп. Можно было бы завести собаку себе, чтобы она здесь бегала и охраняла меня. Убли. Ко мне теперь больше... Вот она пошла, смотри-ка. Ну-ка, иди сюда. Тихо, 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 тихо. До свидания. 152 доллара зажала. На ровном месте, просто посреди бела дня. Она просто решила уйти. Это неправильно, я считаю. Сколько тут денег у меня? 804 доллара. Мне осталось накопить всего ничего. Мне осталось накопить 600 долларов, и я смогу купить себе... Что? Правильно, смогу купить себе автомат. Ну, автомат игровой. Раз бита лежит. А, мне показалось, как будто у меня две биты лежит, но нет. А сколько комната соседняя стоит? Чего тебе нужно-то? Да, обыскивай, я тебе что-то делаю. Я же ведь ничего не нарушил. Решил внезапно меня обследовать. Я не понимаю больше, чем игры. Для меня это хорошо, понятно. Так, сейчас человек возьмет и зарезервирует у меня компьютер. Я его утверждаю, сворачиваю и иду, знаешь, куда? Кофесофт? Нет, не в кофесофт, в мой кафе. И чего такое? Да, продлевай, конечно, что ж мне жалко. Хочу, например, новую комнату построить. 800 долларов, то есть я сейчас могу новую комнату построить.
Но мне пока смысла от этой новой комнаты нет, потому что мне в нее нечего ставить. Правильно, правильно. Поэтому пока мы будем с тобой заниматься уборкой. 16, смотри-ка, да, скорее всего, это появляется из-за новых посетителей. Деньги давай. Спасибо. До свидания. Приятного. Опачки, здрасте. $7. На ровном месте упало. То есть неплохо, неплохо все равно подзарабатывается здесь. Да я тоже с тобой согласен, я прям аналогичное мнение имею. Так, утвердить. Отзыв. Если придут более красивые девушки, я увеличу оценку. Да мне нет здесь... Опа, нифига себе, там сердечко прилетело. Какое-то непонятное. $975. Мне бы, блин, автоматов, и я бы вообще, наверное, здесь разбогател. Просто самое долгое, точнее, самое нудное, это вот в самом начале. Мне кажется, дальше у меня попрет прибыль. В плане того, что больше посетителей будет, больше прибыли, соответственно. Чаще смогу покупать что-то новое. И все новое, новое, новое. То есть раскачается, 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 как в Trader Life симуляторе. Но в Trader Life симуляторе можно было взять кредит и накупить на него что-то. И от тебя зависело в первую очередь, что, ну, какая у тебя будет прибыль. А тут ты просто должен покупать самое дешевое, чтобы потом купить самое дорогое. Так, человек. Давай. Блин, да. Давай деньги свои. $54. Еще. Отлично. Ну, денежку-то можно было оставить в свинину, копилку положить. Что сложного? Что сложного положить денежку? Так, еще один отзыв. Я не хотел плохо комментировать, но какая-то... ну, какая фигня. Я согласен с тобой на самом деле, но что ж делаешь? $1064. Может быть, есть там что-то... Что-то за 1000? Не, по факту есть. По факту могу даже два купить. Я по факту могу даже два, да, купить сейчас, но... Но, блин. Вот за 1100. 4,5 звезды. За 1100. Мне не хватает, блядь, $0.4. Я, короче, его сейчас и куплю за 1000. За 1100. Хотя можно было бы два купить. Так, подожди-ка. Кто пошел? А, пошел тот, кто играл на автомате. Ничего страшного. На автомате они сразу платят в автомат. То есть это меня радует. Не то, что вот эти вот подлюки, которые берут и уходят. Как будто ни в чем не бывало. Чего? Пилим. А, продлевает время, наверное. Да, конечно, продлевай. И мы с тобой сейчас забираем у него прибыль и покупаем автомат за 1100. Ну, я решил за 1100 купить лучше. Лучше купить за 1100, потому... Серьезно? Такие звуки ты издаешь, конечно. А, вот, смотри-ка, можно уже купить. Да, 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 да. Аркадные машины. Ну-ка, свернись. За 1100, вот она. Хоп, хоп. Полная оплата 1100. 4,5 звезды, да, там вроде как. Да, 4,5 звезды, мне кажется, за глаза хватит. Потому что сейчас у меня 3-звездочная, это 4,5. Это ого, какая огромная разница. Сейчас верблюд придет. Принесет мне новую аркадную машину, и ко мне попрутся люди играть в новую аркадную машину. Я думаю, она будет приносить где-то полтинник. Ну смотри-ка, давно уже не воровали. Не то, что прям давно, но, блин, достаточно давно. И часто приходят в аркадные машины войти играть. Круто, 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 на самом деле, круто. Уже начали вроде подтягиваться. 32, смотри-ка, уже. 32. А мне нужно 110, блять, много. А это что? 69, это клиентов приветствуют приятным разговором и могут попросить дополнительное время. А, клиенты приветствуют приятным разговором. Люди оставляют больше чаевых, а мне, в принципе, их мало оставляют. Так, клиентов приветствуют опять дополнительное время, могут попросить. Вас знают из вашей давней истории, воры часто, не часто заходят в ваш магазин. Хорошо. Ты чего? Сломать бежишь, что ли, мне компьютер или что? Верблюд, верблюд пришел. Верблюд пришел, это здорово. Так, так, ну что такое-то? Утвердить. Выхожу из-за компьютера, иду, ставлю новую игральную машинку. Ой, какая красивая. Новенькая, чистенькая.
Ну подожди-ка, а как ее поставить? Вот так ее поставить. Куда же еще поставить можно? Вот сюда вот, конечно, тесновато будет, но что ж поделаешь. Вот так, наверное. Вот так. Да? Да, отлично. Пускай играют. Вытираем грязь с полов. Так, 25 минут у нас с тобой записи. И, в принципе, еще целых где-то 10-15 минут у меня есть с тобой, чтобы развить нашу с тобой индустрию интернет-кафе. О, 90! Не шута себе! Это много? На самом деле много. Ну, понятное дело, почему? Потому что 1000 стоит. Ну все, у меня, короче, пошла прибыль. По сатену просто только в путь прилетает. Смотри, и сейчас вот этот вот мне даст сотку с лишним, потому что он уже очень долго сидит. Блять. Убил человека. Двоих. Блять. Круто как. Зато стол не подвинул. Это меня радует больше всего. Все дальше работает. Как будто ни в чем не бывало. Да, ровно только положим, потому, ну, потому что кривовато что-то стоит все. А так в целом все здорово. Стол отодвинулся немножко. Ай, блядь. Короче, ладно. А чё мне? Я без денег, получается, остался. А мне деньги не пришли же. Он же их убил. Блядь. Вот псина. Только люди начали приходить, он меня взорвал. Нехороший человек, нехороший. Ну а что поделаешь? Всякое бывает, правильно? Правильно. Ну, захотел взорваться, взорвался, молодец. Чё же вы теперь за это винить? Нет, конечно. Я, конечно, ни в коем случае это не поощряю, но, блин. Что же еще сделать? Мышка где? Мышка где? Мышка куда делась? Блять, я мышь... А, мужик на ней стоит. Так, швабру беру. И начинаю вытирать. А это что? А, кондиционер упал. Етить, колотить. Здрасте, приехали. Авто. Угу. Вытираю грязь. А собаку можно протереть? Можно, только смысла от этого никакого нет. Жаль. Я думал, будет что-то. Чисто, смотри, вообще все чисто. Ты гляди-ка. Вообще отмыл до самого, не балуйся. Так, лампочка отвалилась. Грустно. Ну ладно. Так. Что у нас здесь с тобой имеется-то? Уже 1500 почти, смотри-ка. Я сейчас поставлю еще один, как его называют, автомат. За 1000 с лишним. И вообще будет огонь все. Ты понимаешь? Автоматы вообще это тема. Автоматы аркадные вот эти, это тема. Я поставлю просто не вот этот за 1100, а, например, вот... еще какой-нибудь за 1200. Хотя нет. За 1104,5 звезды. А за 1204. Тогда вот этот за 1400. Вот на него теперь копим с тобой. Сейчас накопим, и будет все отлично. Даже владелец этого места вроде 1000 МС. Он открыл стол за 5 минут. Чего? Типа задержка у меня большая, что ли? Ну, наверное, да, в этом смысле. Но... глупо судить обо мне из-за таких глупых вещей. Новый не приходит, написано. Ну ладно, пусть не приходит. А сколько времени-то, подожди? Сколько времени-то посмотреть? Можно? 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 Можно, 7:35, круто. Можно открывать кафешку снова, потому что время уже 8 утра. 8 утра уже. А люди не идут. О, 8 утра, все. Я так понимаю, начнут сейчас приходить. Или со скольки здесь приходят люди? Давай откроем снова www. Замазор открыт. Все хорошо. А это что? А, это все понятно. Так, ладно. Давай пока поиграемся в... во что? Во что? Можно фруктовые слоты поиграть? А... так, и чё? И чё?
А, вот, да, выиграл. Так что я выиграл плюс 5. Плюс 20. Плюс 5. Круто. Я вышел, так сказать, в ноль. Молодец. Утвердить. Ой, что такое? Чего тебе не нравится? Давай этих программ каких-нибудь понаустанавливаем, потому что, ну, что-то... действительно, у меня только одна игра и больше ничего нет. Так, чисто. Чисто уже. Чисто, но не совсем. Кто здесь натоптал? Там никто не ходит даже. Угу. Угу. Так, ладненько. Хрен с тобой. Посмотрим, что у нас там с деньгами. 528. Steam. У меня только одна игра, да, установлена? Да, принадлежащий. Можно установить, наверное, вот это. И вот это вот. Чтобы люди играли, типа, ну... Чтобы было, была какая-то альтернатива. Чё, нет пока ничего? Давай, давай, крути. О! Всё? $15? Блин. Смотри, сколько клубники. А персиков-то гляди сколько. Крутая игруха, только непонятный вообще смысл этой игры. Ладно. Так, от меня, по-моему, уж... А, не ушел, смотри, стоит, ждет. Спасибо. Спасибо, что деньги отдал. А то у меня мало кто здесь отдает деньги. Так, давай лучше мы не будем этим и заниматься, потому что мы сейчас просрём с тобой все деньги здесь и все. Продать. $4 получил, круто. А, можно поиграть вот во что-то вот из вот этого. Утвердить. А, в Coin Drop можно играть бесконечно, потому что здесь есть шанс какой-то хоть прибыли. Утвердить. Я выиграл 10 монеток. Угу. Да что ты будешь делать? Вот. Ну, в минус я точно не ухожу. Это уже радует. Вот тут ушел. Хрен с ним. Назад. Назад и продать монету. $35. Тут что-то около... Мало, короче. А можно все получить сразу? Нельзя. 553. Ладно, сворачиваем. Это такой, знаешь, просто тупо поиграться. Место, куда я не пойду. Почему ты не пойдешь? Я все лучше и лучше делаю, а ты не приходишь. По-моему, у меня кто-то своровал деньги. Да? Да. Не деньги, а... компьютером воспользовался. И, по-моему, это вот этот товарищ. Все. Стою. Почему ты не обыскивал того человека, который у меня своровал деньги? Я тупанул, блин. Заигрался. Ну ладно. Тепло. Самое главное, тепло, чисто и игрульки есть. Они все равно оценивают в единицу. Это как-то неприлично, что ли. Хотя бы ради какого-то, не знаю, вежливости... могли бы поставить хотя бы троечку. Мне что, в самом начале единицы ставили? Что сейчас единицы ставят? Это какая-то глупость. А чего здесь вообще зависит оценка? Что я должен сделать здесь? Танцевать на голове? Ой. Воришка смотрит. Как будто я его не вижу. Думает, что правда. Не вижу я его, и он может что-то своровать. Слышь, ты как будто бы не с этой планеты вообще. А куда он пошел-то? Или он это, время у меня не взял? Точнее, компьютером не пользовался. Я просто что-то не особо всегда понимаю. Что они хотят, что они делают. Ну хрен с ним. Будем считать, что все как надо. Так, что у нас с тобой есть? 35 минут уже запись. И непонятно, сколько у нас денег с тобой.
ни на что пока не хватает. Физически более стойким я становлюсь, позволяет наносить более сильные удары. Угу. Я могу прокачать два вот этих навыка. Но надо ли оно мне? Наверное, надо, чтобы экономить на битах. Вот ты зашел сюда с сигаретой, ты вообще понимаешь, что люди сюда ходят и нюхают? Заходи. Не бойся, уходи, не плачь. Сколько денег у меня? 838, да. Маловато, конечно. Мы должны с тобой сейчас за 1400 купить. Дождаться, когда у нас накопится денег, и купить за 1400, потому что ну нельзя уходить без денег. Годи. А кто-то через меня сейчас прибежал. Невидимый человек, что ли? Ужас какой-то. Что такое? Звуки какие-то непонятные. 928. Так, продлевает время. Еще на 2 часа. Молодец, что я могу сказать. 928 долларов. Осталось всего 472 доллара. 471,5, если быть точным уж совсем. Игрулик я накачал, накупил, тоже здорово. Если бы я игрулики не покупал и в казино, может, не играл, то вообще уже все сделал бы. И купил бы, как его называют, и купил бы уже автомат игровой. Но хрен бы с ним, как говорится. Ничего страшного не произошло. Все деньги я не проиграл. Мужик на полу сидел. Поиграли мы с тобой в игрульки, в игровые автоматы, в казино, во все поиграли, посмотрели, что это такое. Так, вот этих шахидов надо сразу мандошить, потому что ну, это нездоровая хрень. Типа, это ненормально. Они здесь не должны ходить, потому что ну, это вред. Это вредно для всех. Они могут только навредить. Так, спрей бы еще один купить, потому что что-то уже вонючо в комнате. Так, сколько сейчас? 1053. 350 долларов. 350 долларов осталось накопить, всего ничего. Пахнет вкусно, чисто, хорошо. А можно поиграть было бы, нет? Нельзя, жаль. Можно поиграть только в Warcraft. И то в такой. Опа! А как-то он ушел, не оплатив. Это что, так можно было? Так нельзя было. Дружок, до свидания. 174 доллара просто зажал. Блять, одни воры сплошные, что такое? О, воришка. Скрючил, как тебя. Дружок, пирожок. Иди отсюда, по-добру, по-здорову, пока тебе не наваляли. Угу. Так, сколько? 1227. Сейчас прям еще совсем чуть-чуть, и мы с тобой закупимся. А, X надо нажимать вот здесь. В кафешечке нужно нажимать вот сюда. Клиентов приветствуют, так могут дополнительное время попросить. Это 69 стоит. Дорого, блядь. Кто меня сейчас запрашивает? Кто? Да, блядь. Кто сейчас запросил? Я утверждаю, конечно, но здесь никого нет. Ты понимаешь, вот здесь вот кто-то сидит. И кто-то пользуется. Вот они, невидимые люди. Они все чаще и чаще появляются, понимаешь? Вот он, человек. Ой. Ой-ой-ой-ой. О, деньжонки пришли. Деньжонки пришли. Надо дождаться, когда экран погаснет. И, как это сказать, дождаться деньги. Потому что, ну, блядь, он сейчас уйдет, не оплатив, по-любому, уже невидимый. Может, он в камуфляже... Вот, ушел. Смотри. Получить оплату. Вот, с воздуха получил оплату. Теперь ты четко понимаешь значение деньги из воздуха. Сколько? 1407. Гляди-ка. Заходим с тобой в... Опять туалета не хватает. Это... Постоянная проблема этих людей.
Да не ори ты. Заходим на Замазор, заходим на аркадные машины и покупаем за 1400 вот это вот чудо техники. Полная оплата. Сразу полная оплата. А можно частичную может сделать? Да нет, здесь было бы предложено это, наверное. Ну, потому что, типа, тут кнопка только полная оплата, в рассрочку брать нельзя, нельзя, не... А! Блять. Взорвался. Молодец. Ну, зато отзывов плохих не напишут, уже хорошо. Так, ой, давай-ка мы с тобой поставим ровненько компьютер. Смотри, следующий клиент сразу пришел. Видал, какая красота? Так, так. Так, 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 где лампочка? Лампочка куда улетела? Вот она, лампочка. Блять, как этот автомат подвинули. Ничего страшного, сейчас обратно поставлю. Я вешаю, куда придется, потому что, ну, типа. Ну, типа, блять, как. Пусть стоит, как стоит. А вот сейчас поставлю как положено. Вот так. Вот так. Ага. Хорошо. Беру швабру и начинаю драить полы. Мы сейчас с тобой поставим новый автомат и дождемся первого посетителя, чтобы посмотреть, сколько прибыли этот автомат будет приносить. Вот, пришел. Оп, закончился спрей. Пойдем выбросим. Что-то часто эти террористы начали нападать. Не понял. В смысле? Не понял. Сейчас логики, подожди. В смысле, а почему? А как? Я что, проеб просто деньги сейчас? Слышь, человек? Как хорошо-то, бляха-муха. Я думал, все, пиздерики. Думал заново. Думал заново копить, а нет. Повезло. Пусть стоит здесь. Не, блин, как-то вообще... Хотя... Надо просто вот это пододвинуть. Да, вот это пусть здесь стоит. А стул надо просто поближе поставить, и все. Делов-то. Так. Так. Дожидаемся, когда придет посетитель. И идем спокойно спать. Идем спокойно спать и прощаться. Потому что, ну, время уже позднее. Время уже... Пора баньки. Пора на боковую, так сказать. И мы с тобой сейчас... Мы с тобой сейчас что сделаем? А, время-то, блядь, уже поздно же. Сколько там время-то? 6 утра уже, как раз. Сейчас начнут приходить. У меня 2 доллара. 2 доллара на счету. Жуть. Маловато будет. Закрыть нужно. Сколько там штраф? 20 долларов платить. А, 202. Подожди, так работает. 202 доллара, а было 2. Было же 2. Было 2. Вот здесь было 2 написано. Точно же. Может, это баг какой? Может, можно в нули уходить, нарушать, а потом платить штрафы, и они тебе начисляют сверху? Странно это все было сейчас, ну ладно. Так, автоматическая дверь когда-нибудь будет, типа, закрываться-то? Я просто не пойму, у меня автоматическая дверь стоит, но она не работает. Это нормально вообще, нет? Мне кажется, что нет. Предметы. Типа, может быть, ее как-то надо обозначить. Да нет, она типа как есть, стоит. Уж она не работает просто. Посмотри. А кто закрыл? Здрасте, приехали. Кто закрыл-то? Она не закрывается, эта автоматическая дверь. Она сломалась. Это не игра, а сплошной баг. Просто сплошной баг.
Хорошо, хоть название не сбросилось, уже здорово. Бляха-муха. Ух. Так, ко мне кто-то заходит. Ну-ка, может в новый автомат поиграть? Хер, блядь, в компьютер пошел играть. Мне не интересно сейчас компьютер, мне интересно сейчас, сколько будет автомат новый приносить. Вот это мне интересно. А то, что сейчас вы ходите в компьютер играть свой, мне это вообще фиолетово. Так, что у нас там с теплом? 25 градусов. Тихо, куда ты бросаешь-то? Ну, нужно же бросить-то на стол. Во, молодец. Так, деньги давай. Я же вижу, что ты пошел уже явно дальше. Тихо, ну. Все. Казалось бы. Тихо. Бежит, бежит, бежит. 120. 120 долларов сразу. Просто разом. Ну и хорошо. Давай мы с тобой. Давай мы с тобой попрощаемся сейчас. Сейчас мы пойдем с тобой домой. И ляжем спать. Вот он, пиздюк. До свидания. Блин, если я сейчас лягу спать, то у меня закроется кафеха, и люди не будут приходить, я прибыль потеряю. Хотя, знаешь, хрен бы с ней, с этой прибылью. Мы сейчас с тобой возьмем, уберемся и пойдем спать. Ну и в жопу эту прибыль. В следующей серии продолжим зарабатывать. Как бы ничего страшного в этом нет. Блять, деньги голову скружили. Смотри, сколько денег сейчас. 120. Уже 600. Уже 600 долларов почти. Сейчас вот этот гражданин еще встанет за компьютер, он уже тут сидит миллион лет. И мне кажется, что он сейчас принесет очень-очень много денег. О, ковбой сейчас зайдет. Вообще красота. 35 закинул. А сколько времени-то? Где здесь время показывается? Где здесь показывается время? 12 часов дня. То есть 12 часов дня у нас с тобой уже денег миллион. Опа, побежал. Кого-то так и надо, вот смотри-ка, ну. Ты вот серьезно, ты не понимаешь, что это... Вообще-то противозаконно немножко. До свидания, 106 долларов. Угу. Да и даже сюда не заглядывай. Пойдем. Давай закрываем кафеху. Закрываем кафеху, идем спать. Все, кафе закрыто. До свидания. Мужик, не наигрался еще, пошли. Давай, тебя только ждем. Выходи, выходи. Выходи, ты играть ты не умеешь. Давай, пойдем. Бегом, 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 бегом. Сейчас меня товарищ полицейский досмотрит обязательно. Не досмотрит. Как же хорошо. Так. Бежим, бежим спать. Прям посреди дороги отжимается. Ну, спортсмен сразу видно. Так, угу. Поехали, поехали, поехали домой. Ух. Не, ну игруха прикольная, типа... Поиграться можно. Что такое? Что-то происходит у меня там дома. Странные звуки всякие. Все. Спать. Спасибо всем большое за просмотр. Ставьте комментарии, пишите лайки. Увидимся в следующей серии, в других игрухах и на стримах. И... Всем до скорой встречи. И всем пока.